Каждый бой – это удовольствие для меня. Это никогда не было моей работой. Это моя страсть. Я чувствую себя прекрасно, поэтому я здесь, чтобы получить свой реванш. Как я говорил ранее, если у меня не получится, я хотя бы буду знать, что я попытался. Для меня этого достаточно. Я делаю все, на что способен, чтобы соревноваться на высшем уровне. Я в очень хорошей форме. Я провел отличные спарринги, и я в порядке. Это было пиком моей карьеры. Я не успел еще стать профбойцом. Я стал им после этого боя. Именно после него я начал заниматься боями профессионально. Провел больше 8 лет в Бразилии, тренируя муай-тай, джиу-джитсу, бокс и борьбу. За 8 лет ты можешь много чему научиться. До того момента, как я официально уйду на пенсию, я хотел бы провести парочку рематчей. Это делает меня счастливым. Я хочу иметь бои, которые будут меня вдохновлять усердно тренироваться. И бой с Гонзагой определенно один из них. Я очень взволнован. Джимми жесткий соперник. Мне нравятся жесткие соперники. Я знаю, как его победить. После победы над ним я войду в топ-10. Может, после еще одной победы я получу титульный бой. Прекрасное чувство для меня. Я сделаю все, чтобы выиграть этот бой, потому что я хочу получить пояс. Он новичок в UFC. Он разобрался с Лиром Латифи очень быстро. И он прекрасный боец. Я знаю его несколько лет как европейского бойца. Он выступал еще до меня. Он хорош в стойке, хорош на земле, он всесторонне развит. Историческое событие для польского ММА. Я часть всего этого. Дерусь в коммейн-эвенте с очень жестким соперником. Мне нравятся жесткие соперники, и давайте сделаем это. Я не буду обращать внимание на гул толпы. Что она кричит, я не собираюсь ее слушать. Я буду наблюдать за тем, как он будет принимать удары. Руками, коленями, локтями, ногами. Так я и закончу бой. Я не собираюсь обращать внимание на гул толпы. Я покажу хороший бой. Фанаты будут болеть за меня, потому что я знаю, что они уважают хорошие бои и хорошие финиши. Послушай, я провел 21 бой и намного больше любительских боев, и у меня нет никакого давления, для меня это все веселье, мне нравится получать удары, нравится их наносить, и нет ничего в этом страшного.